Между тем, Дмитрий Медведев убежден, что экономического кризиса, похожего на тот, что был в 2008 году, в стране не будет, а потому не нужно скупать продукты питания. Также премьер-министр заверил, что нет никакой угрозы социальным программам, и финансирование по ним сворачивать никто не собирается. Такого кризиса, который был в 2008-2009 году, я уверен, нам удастся избежать. Тушенку, мыло и спички с солью запасать не надо. В отношении общеэкономической ситуации я бы не хотел нагонять страстей. Все более-менее приемлемо. Другое дело, что нам нужно несколько другое качество роста, не менее 4-5% в год, сказал Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде».